Добрый вечер. Пермский край, по словам профильного федерального министра Михаила Меня, готов к отопительному сезону в наилучшей степени. Об этом он доложил президенту страны Владимиру Путину. Между тем, начало подачи тепла в квартиры вызывает большое количество вопросов у пермяков. Поэтому свою работу начинают горячие линии в районных администрациях. Помимо прочего, в рабочие часы дозвониться можно до городского департамента ЖКХ. Телефоны горячих линий можно найти на сайте городской администрации. В общем, процесс пошел. Осталось дождаться лишь повышения температуры в квартирах. Это «Вечерний вестник», в студии Максим Суханов. Расскажу об основных темах выпуска. А у нас в квартире газ. С недавнего времени эти строчки могут произнести и в глубинке Кишерского района. Потенциал не исчерпан. Пермский край расширяет сотрудничество с Республикой Татарстан. Отпраздновали митингом. В «Единой России» отметили победу на выборах. Задел на будущее. В партии «Яблоко» оценили итоги недавних выборов. У бегемота нету талии, но он умеет танцевать, что доказали новой программой в пермском цирке. Семьсот километров газопровода, более 100 населенных пунктов, которые будут обеспечены голубым топливом. И все это до 2020 года. Но пока знаменитые строчки про газ в квартире могут произнести в Кишерском районе. С декабря в селе Спас-Барда заработает газопровод. В селе Спаса-Барда Марина Вятчунина проживает 28 лет. Все это время жили без газа, закупали тоннами уголь, заготавливали дрова на зиму. Это, конечно, неудобно. Четверо кочегаров. Я как и жительница, и как руководитель, я очень рада, что к нам в Спас-Барду идет газ. Эти счастливые слова «газ будет» жители услышали еще в августе, когда началось строительство. За 2 месяца подрядчик успел проложить километр газовой трубы. Общая протяженность объекта – 10 километров. Более 15 кубометров дров приходится заготавливать на зиму жителям села Спаса-Барда. Но уже в этом сезоне древесное топливо здесь не пригодится. С декабря в населенном пункте заработает новый газопровод. Прокладывают его несколькими способами. Открытым с помощью экскаватора и закрытым, чтобы не повредить поверхность дороги. Подаются штанги под землей управляемые. И в дальнейшем труба зацепляется и затягивается вот этой установкой под землю. Губернатор Виктор Басаргин поручил правительству края повысить уровень газификации сельских территорий Прикамья. Край ежегодно подписывает соглашение с «Газпромом». Госкомпания строит межпоселковые газопроводы, а региональные и местные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа. Прокладываем трубу до дома непосредственно. И у нас будет подключено более 130 домов. Также более 200 квартир, соответственно, жители получат газ. Финансирование проекта из бюджетов региона, местного поселения и компании «Газпром» помогли с финансированием также близлежащие сельхозпредприятия. Мы подключаем ферму, мы подключаем контору и гаражи. Мы посчитали, вот если взять зерносушильный комплекс, 3 раза затраты сократятся. Всего по краю за 5 лет в рамках программы газификации построено 290 километров газопровода. Газифицировано 6 тысяч домов. К 2016 году уровень газификации в краю увеличился на 8% и составил 68%. Администрация района плотно работает с краевой властью. Люди уже сейчас поверили. У кого не оформлены документы, будут тоже дооформлять. Благодаря вот этому... В этой программе по газификации сельской местности. Соглашение с «Газпромом» рассчитано до конца 2020 года. За это время планируется построить еще 700 километров газопровода по краю. А это 109 населенных пунктов в 26 районах края. Руслан Пепеляев, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта». Кооперация между регионами на благо роста экономики. В Пермском крае в эти дни находится делегация Республики Татарстан. Представители предприятий двух регионов подписали ряд документов и договорились о расширении связей. Товарооборот между нашими субъектами федерации составляет десятки миллиардов рублей. И при этом потенциал далеко не исчерпан.
Несколько десятков миллиардов рублей. Именно столько на сегодняшний день составляет размер товарооборота между Прикамьем и Республикой Татарстан. И вполне может увеличиться в разы. О том, как достичь таких показателей и о развитии дальнейшего сотрудничества, говорили на рабочей встрече представители двух регионов. В эти дни в краевую столицу прибыла делегация промышленных и инновационных предприятий из соседней республики. Экономика Татарстана и Пермского края сильной экономики. И, конечно, мы действительно можем совместно достичь тех результатов, что наши два субъекта будут донорами в нашей стране. Первым таким результатом стало подписание соглашения между Минэкономразвития Прикамья, Камским инновационным территориально-производственным кластером и машиностроительным кластером Республики Татарстан. Документ позволит получать нашим промышленникам новые заказы со всей России. Мы со следующего дня, после подписания соглашения, начинаем делиться теми заказами, которые нам поступают. Сегодня более 300 государственных корпораций, крупнейших российских международных заказчиков, охвачены у нас переговорным процессом. Поэтому каждый день у нас поступают заказы, и по статистике только 25% мы сегодня оставляем в Республике Татарстан. Впереди у гостей из соседнего региона также осмотр ведущих промышленных и инновационных предприятий Пермского края. А итогом двухдневных встреч станет разработка целого ряда мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества. Андрей Голдырев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Выборы можно сравнить с соревнованием, в котором всегда будут победители и проигравшие. На этот раз безоговорочно победный результат продемонстрировала партия «Единая Россия». Продолжая сравнение со спортом, именно в ее честь в конце большого турнира играли гимн. Мой Пермский край, активисты «Единой России» вместе с представителями руководства партии отметить победу на выборах решили нестандартно. Вышли на митинг в центре города. Короткие речи перемежались с патриотическими песнями. Несмотря на масштабную многомесячную предвыборную работу, партийцы нашли в себе силы и итоги подвести, и друг друга поздравить. Известный политик в Пермском крае недавно сравнил президиум партии «Единая Россия» с цехом завода, то меня радует такое сравнение. Радует почему? Потому что я знаю, как работают цеха. И вот если наша партия будет работать так же, мы с вами достигнем всего. На выборах в Государственную Думу пермские единороссы набрали практически 43% и провели 4 одномандатников. В Законодательном собрании и Городской Думе у партии большинства также подавляющее преимущество. Как отмечают в руководстве «Единой России», секрет уверенного отрыва от оппонентов в том, что в период предвыборных баталий единороссы сосредоточились на работе с реальными избирателями. И, конечно, прежде всего, жители всегда задали огромное количество вопросов в сфере ЖКХ. И вот партийный проект «Школа грамотного потребителя», мы провели огромное количество встреч, и практически на всех встречах жители нашли все те ответы на те вопросы, которые длительный период времени, собственно говоря, их мучили. Отмечу, что на этих выборах единороссы упрочили результаты по сравнению с предыдущим всенародным голосованием. 5 лет назад депутатские кресла Госдумы занимали лишь 36% единороссов, сейчас почти на 9% больше. Роман Попов, Кирилл Диев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Результаты проведенных кампаний партии, набравшие меньше голосов, нежели победителей, склонны оценивать по-разному, в зависимости от регионов и сложившейся ситуации на местах. Пермское яблоко, к примеру, к упадническим настроениям склоняться не стало, что и продемонстрировала недавняя итоговая пресс-конференция. Пермское отделение партии «Яблоко» одним из первых подвело итоги выборов 2016 в Пермском крае. По мнению региональных демократов, дать однозначную оценку прошедшей кампании сложно. Много нюансов. С одной стороны, есть результат и неплохой, с другой – ожидали большего. В целом, голосование прошло достаточно прозрачно, без грубых нарушений. Однако явка и активность граждан оставили желать лучшего. Это означает, что в Перми есть избиратели, которые считают, что идеи и мысли, которые мы ему говорили в предвыборном процессе, они ему близки. Но еще бы я хотел сказать о том, что самое, наверное, печальное и самое, наверное, плохое в ситуации, в которой мы находились во время выборов, это то, что в Пермском крае в среднем проголосовало и пришло на участки меньше 30%.
По итогам выборов на федеральном уровне партия «Яблоко» не смогла преодолеть 5-процентный барьер. В Прикамье за нее проголосовало более 3% избирателей, а общероссийский показатель оказался почти вдвое ниже – 1,38%. Таким образом, «Яблочники» будут представлены в городском парламенте. Между тем, пристальное внимание у пермской общественности вызвало участие в выборах в составе партии «Яблоко» представителей антимонопольной службы, причем высокого ранга. На пресс-конференции Дмитрий Махонин и Антон Удальев подтвердили, что остаются, несмотря на участие в кампании, вне политики, и рассказали, что объединило их с партией «Яблоко». Так иначе, да, еще результат хороший, положительный. Я продолжаю оставаться в рядах Федеральной антимонопольной службы. Везде, о чем мы говорили, это очень близкое понимание тезисов, которые выражает партия «Яблоко», да, и тех, которые предлагает антимонопольная служба, в особенности, да, в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В целом, «Яблочники» также отметили, что более удачному результату на выборах помешали и несогласованные действия внутри регионального отделения. Были высказаны пожелания исправить имеющиеся противоречия и недочеты, чтобы продолжить работу партии в новых условиях более продуктивно и создать перспективы на будущее. Андрей Вылежнев, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Цифры и проценты. В последнее время мы оперируем ими настолько часто, что местами начинаем забывать, что за статистикой всегда стоят люди. За недавно полученными медицинскими данными Роспотребнадзора десятки и сотни судеб. В Пермском крае зарегистрировано уменьшение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенный результат, отмечают специалисты. Мы это связываем с тем, что за последнее время мы провели очень большую работу. Буквально мы за последние 3 года увеличили количество ВИЧ-инфицированных, которые находятся на терапии, то есть получают лекарственные препараты. Кроме того, мы увеличили охват скрининговыми исследованиями, то есть мы стали больше обследовать население, стали больше выявлять этих случаев, ставить их на диспансерный учет, стали их больше лечить. Следовательно, пациент центра по профилактике и борьбе со СПИД, который получает антиретровирусную терапию, перестает быть источником заражения для других. Даже тот, кто просто знает о своем диагнозе, представляет меньшую опасность для окружающих. ВИЧ-инфекция – это же хроническое заболевание. Если ты сегодня начинаешь профилактические мероприятия, эффект ты получишь через несколько лет. Это как бы начало переломного момента. Конечно же, это заслуга в первую очередь коллектива центра СПИД и тех организаций, которые находятся на территории Пермского края. Ну и не стоит забывать, что любое учреждение медицинское, которое даже не связано, не специфическое по ВИЧ-инфекции, оно работает в этом направлении. И это, в принципе, заслуга всего здравоохранения Пермского края. Согласно статистике 2015 года, 30% всех новых случаев ВИЧ-инфекции были выявлены случайно в лечебных учреждениях края при профилактических осмотрах или подготовке к операции. Это значит, что все эти люди не предполагали, что могут быть ВИЧ-положительными. И таких, по словам специалистов, еще много. Иностранное понятие «дресс-код» уже давно прочно вошло в наш повседневный обиход. В каких-то компаниях он строже, где-то можно одеваться чуть более вольготно. Но, похоже, с уровнем дресс-кода в современных школах не сравнится даже самая строгая корпорация. Еще бы, внешний вид ученика – лицо учебного заведения. Вопрос, что надеть этих ребят точно не мучает, ведь у них есть школьная форма. Сегодня это не просто одежда для учебы, а важная составляющая бренда, ведь у каждой школы свое лицо. Юбка не выше 10 сантиметров от колена, каблук не более 5 сантиметров. Даже самые демократичные образовательные учреждения уже давно ввели дресс-код. В школе номер 2 старшеклассники предпочитают черно-белую гамму. Пример для подражания – директор Валентина Красносельских. Всегда в стиле black and white. В нашей школе педагоги тоже имеют корпоративную форму. Она такая же, как у наших учащихся. Это сарафаны, платья, костюмы, брючки, белоснежные рубашки. Вот я сегодня одета так, как одеты мои старшеклассники. Черно-белый вариант. В гимназии номер 33 тоже придерживается делового стиля. Но самый джентльменский класс – 4 А. Здесь все юноши носят галстуки, у каждого свой. И, как нам показалось, девочки им даже немного завидуют. Все-таки всем хочется отличаться. Вот как описывают классическую форму дети разных школ. Обычно я одеваю блузку. Бантик решила побольше. И наш традиционный сарафан.
Ну, я думаю, то, что этот цвет темной черники как-то вот так вот. Ну, я думаю, что это больше подходит к переспелой смородине. Ну, похож на асфальтовый цвет. А тебе что напоминает? Мне напоминает что-то с подгоревшим домом. А вот темно-синий нравится ребятам намного больше. Не случайно именно этот цвет школьники, родители и педагоги чаще всего выбирают в качестве основного для формы. Так в лицее номер 5 синие жилеты, украшенные эмблемой, надевают с поступлением в 5 класс после торжественного посвящения в лицеисты. Класс, равняйся. Смирно. Здравствуйте, ребята. Да! Первый. Второй. Третий. Все равны, как на подбор. В этом строю ребят отличает только нашивка с именем. Сегодня даже для физкультуры предусмотрена своя форма. У нас каждый класс по литеру А, Б, В имеет свой цвет в спортивной форме. Желтый, красный, синий. И даже когда мы собираемся на спортивные мероприятия внутри лицея, внутри нашей школы, то видно сразу, какой идет класс. Эмблемы, нашивки и значки. Сегодня учителя делают все, чтобы форма стала предметом гордости для учеников. И все-таки порой идут на уступки. В школе номер 2 последний учебный день на неделе допускает свободу в выборе одежды. Его так и называют «джинсовая суббота». Так что у каждого правила есть свои исключения. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Грациозные бегемоты. С одной стороны – оксюморон, с другой – коронный номер новой программы в пермском цирке. Одно слово – гиппопотамус. Такого пермяки еще точно не видели. Уникальное шоу «Гиппопотамус» держит зрителя в напряжении буквально с первых секунд. На манеже ловкие акробаты на мачтах, жонглеры на моноциклах, воздушные гимнасты на ремнях и гимнасты на рейнских колесах. Каждым номером артисты покоряли публику. А при выступлении эквилибристов на вольно стоящей лестнице зал вовсе замер от волнения. Этот трюк под силу лишь дворецким. Именно так называется состав силовых эквилибристов шоу «Гиппопотамус». Для того, чтобы опасный трюк выполнить идеально, понадобились годы тренировок. Покоряли сердца зрителей дрессированные животные. Грациозные борзые лошадь и уникальный аттракцион с участием 7 видов обезьян. Мастерство дрессуры достойное бури оваций. Обезьяны будто профессиональные акробаты, исполняя трюки с подкидными досками и делают двойное сальто. Как и любому ребенку, больше всего понравились животные. Ну, а мне акробаты. Дети говорят, больше всего понравились обезьянки. Ждем выступления бегемотов. И вот они, на манеже главные артисты шоу «Гиппопотамус», те, ради которого пришли тысячи пермяков. Бегемоты Яна, Аида и Златик. Дикие животные бегают рысью, дефилируют по краю манежа и даже выполняют сложные пируэты. И все это при весе в 1,5 тонны. Поставил невероятный трюк с бегемотами народный артист России Тофик Ахундов. Единственный в мире дрессировщик вывел на манеж сразу 3 гиппопотамов. Очень понравились акробатические номера. Мне в основном понравились бегемоты. И как маме понравились, тоже акробаты. Понравились артисты, как бы коллектив дружный, веселый такой. Как животные? Ну вот бегемотиков мы специально, в принципе, пришли из-за бегемотиков, потому что нынче были в Крыму и как бы не видели. Были в Ижевске, в зоопарке, в Крыловске, нигде бегемотов нет. Вот специально приехали. Ну и как? Понравились. Очень здорово. Увидеть уникальное шоу «Гиппопотамус» своими глазами можно будет до 16 октября. Артисты готовы дарить эмоции целый месяц. Татьяна Александрова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Далее увидимся на пермских дорогах. Ну а ближайший выпуск «Вечернего вестника» ждет вас уже в 21 час. В студии Максим Суханов. Оставайтесь на «Ветте». Пасмурную и дождливую погоду обещают метеорологи на день среды. Воздух прогреется до плюс 12 градусов, атмосферное давление чуть выше нормы, слабый южный ветер, влажность 72%.